Наша экскурсия начнется у Львиных ворот, которые построены в 16 веке турецким султаном Сулейманом Великолепным и своим названием обязаны барельефам львов, которые их украшают. Продвинемся внутрь до Сибиля, турецкого фонтана питьевой воды, который уже не функционирует в наши дни. Пройдем до церкви Святой Анны, построенной крестоносцами в романесском стиле. Согласно католической традиции, здесь находился дом Анны, на иврите Хана, и ее мужа Иоакима. Здесь же родилась их дочь Мария, мать Иисуса. Здесь была Вифезда, место, связанное с чудом исцеления, совершенным Иисусом. 14 остановок Виа Долороза начинаются неподалеку. Виа Долороза означает «скорбный путь Иисуса Христа». Первая остановка не открыта для посещения общественности. Вторая остановка скорбного пути отмечена двумя маленькими церквями. Справа расположена церковь Бичевания. Арка над входом украшена орнаментом, напоминающим терновый венец Спасителя. Церковь Осуждения отмечает место, на котором Иисус принял крест. В центре мы видим изображение Иисуса, спускающегося по святым ступенькам. Арка над нами называется «Экце Хомо», являлась частью римской триумфальной арки. Внутри монастыря ордена сестер Сиона видны остатки этой арки. Обзорная площадка над крышей австрийского хосписа является одним из красивейших мест нашего маршрута. На ней можно увидеть старый город во всей его красе, включая мусульманские и христианские святыни. Неподалеку находится третья остановка крестного пути, которая отмечает место, где Иисус упал в первый раз. Четвертая станция означает встречу Иисуса с Матерью. На пятой остановке крестного пути Симон Кириньянин помогает Иисусу нести крест. Согласно традиции, здесь Иисус прикоснулся к скале по пути на Голгофу. Тысячи паломников проходят все остановки крестного пути и в точности повторяют последний путь Спасителя. На шестой остановке крестного пути святая Вероника вытерла пот с чела Иисуса. Место отмечено греко-католической церковью. Внутри седьмой остановки, означающей второе падение Иисуса, обратите внимание на расположенные справа колонны. Это остатки улицы Карда периода Римской империи. Рядом с греческой ортодоксальной церковью восьмая остановка. Девятая остановка находится вблизи храма Гроба Господня. Отсюда мы попадем в дворик эфиопской церкви, находящейся на крыше капеллы Святой Елены. Перед нами здание, построенное крестоносцами. Храм Гроба Господня. Над ступенями находится маленькая часовня. Десятая остановка. Четыре оставшиеся станции находятся внутри. После входа, поднявшись по ступенькам, мы окажемся на вершине горы Голгофа. Одиннадцатая остановка означает место прибиения Иисуса. Рядом расположена двенадцатая станция, это место распятия Иисуса. Красивейшие иконы в богатых окладах и подвесные лампадки характерны для убранства восточных церквей. Тринадцатая остановка – это камень помазания, расположенный у входа в храм, на который возложили Иисуса после смерти для умощения миром. Это священное место, перед которым преклоняются паломники. Постройка в центре – место гроба Господня. 14-я остановка. Напротив него выстраиваются длинные очереди. Нахождение в его капеллах позволяется на короткий промежуток времени, и этот момент – самый трепетный при прохождении Виа Долороза. Мы желаем вам получить удовольствие от живописных видов и многочисленных достопримечательностей Иерусалима.